Сегодня программа «Мастерская хвиля плюс» в Одессе. В гостях у ювеляра Сергей Воронов вчера отпраздновал свое 70-летие. Мы неоднократно рассказывали о нем в моих программах. И вот сегодня мы в гостях у человека, который, как я понял, не собирается останавливаться на достигнутом, а переполнен новыми идеями. Сергей, в двух словах, ну где-то с интервалом год была наша последняя встреча. Что за это время изменилось? Ну, за это время я хочу сказать, что изменилось. Мне было 70 минус 1 лет. За этот год мне стало 70 лет. И я не собираюсь останавливаться ни как на творчестве, ни на как в своем возрасте. Но учитывая, что мы с тобой друзья, что мы давно знакомы, знаем друг о друге, то мне очень приятно, что ты вместе со своей организацией, со своими людьми, пусть будет случайно, но все-таки нашел время зайти и поздравить меня с этим юбилеем. Мне очень приятно. Спасибо, Сергей. Я тебе отомщу на 70 лет. Да, доживем. Я хочу спросить о другом. Вот диапазон и палитра с прошлого раза, ну, я успел увидеть, расширилась процентов, наверное, на 50, а то и на 60. Ну, вот, а то и на 300, да, если касается это размеров. А за счет чего? Откуда идея? Откуда черпаются все эти сюжеты, все эти вот нюансы, которые мы тут видим? Потому что никто в Украине, так как Алиска, не работает. Значит, хочу сказать, откуда мы черпаем эти все наши идеи, новости и прочее. Да все это у нас есть в украинском фольклоре, в украинском искусстве, в украинских обычаях и в украинских традициях. И мне очень, так сказать, приятно, что мы со своим коллективом творческим решили все-таки заняться украинскими традициями. А там не надо ничего не надо выдумывать. Если там есть традиция, например, праздновать, вот в июле месяце мы будем праздновать праздник Ивана Купалы, пожалуйста, вот праздник Ивана Купалы, вот прыгаю через костер и к нему 4 наперстка. Хочу сразу сказать, как ты знаешь, что у нас не величина дает, значит, авторитет нашим изделиям, а принцип показа. Значит, все началось с наперстка, как ты знаешь, и фирма наша, это, которая переросла в арт-миниатюру и на сегодняшний день тем и знаменита. Значит, я хочу сказать, что все началось вот с таких наперстков, художественных наперстков, скульптурных, мастера у нас самого высочайшего качества, которые работали в Полонном, в Долбыше, в Барановке, Каменный Брод и так далее, и так далее, и так далее. Главные художники, главные скульпторы сейчас работают вместе с нами и вместе это дело творят. Поэтому я что хочу сказать. Вот мы, начиная еще с работы по Вологитинскому фарфору, на котором тоже присутствовал, смотрел, это была наша первая такая публичная выставка, на которой мы действительно показали традиции. Вот традиции украинского фарфора. Там было представлено первая статуэтка украинская под названием «Украинка». Но учитывая, что мы работаем, и правильно ты спрашиваешь, в каком размере, мы работаем в малом размере, то нам очень много пришлось времени поработать с тем, чтобы эти все вещи уменьшить и сделать их один к одному. Это что касается Вологитинского. После этого была выставка «Перебенде», которую тоже ты представлял. И эта выставка была в доме Шевченко. В филиале музея национального Тараса Шевченко. Да. Вот. А после этого мы не останавливаемся. После этого... А почему не останавливаемся? Да потому что на Украине столько традиций, столько всевозможного народного творчества, столько всевозможных изюмин, за какую ни возьмись, всем нашим мастерам так и хочется творить, так и хочется выполнить эту работу и обязательно в наивысшем качестве. Теперь, что касается габаритов. Значит, габариты такие. У нас, за редким исключением, произведение может быть больше 15 сантиметров. У нас все меньше 15 сантиметров. Поэтому мы заняли нишу украинской фарфоровой коллекционной арт-миниатюры, придерживаемся формата, не лезем в другие форматы, честно скажу, и других не пускаем. Свой. На сегодняшний день у нас представлены вот по традициям, значит, наших религиозных праздников. Тут есть и Пасха. К сожалению, у нас мало времени, как всегда. Как всегда, ты куда-то спешишь,
как всегда у тебя работа, как всегда тебе сегодня ночью нужно сделать работу, и как всегда под утро выпустить готовый материал. Абсолютно правильно. Поэтому я не успел все выставить. Вот я выставляю один подсвечник, например, а к нему есть еще статуэтка, а к нему есть еще... Ну, это отдельный наш разговор, конкретный, когда мы займемся. Вот чайка украинская известная, лодка, чайка известная. Вот, пожалуйста, как это все дело выполнено. Вот здесь обозначено праздник урожая. Праздник урожая, казацкий праздник урожая. Здесь настоящие казаки. Обратите внимание, какой был стол, какой был урожай, когда, может быть, это надо будет вырезать, но когда урожаем занималось не Министерство агрополитики, а когда занимались настоящие простые люди, которые любили свою землю, ну и все дальше понятно. Я хочу уже финишировать нашу программу. Да. То, о чем я вам говорил. И хочу сказать параллельно с этим. Крайне важно, чтобы те наши державные службовцы, наши депутаты, которые немножечко блюдут понятие имидж, культура, уважение к Украине, понимали, что не только петриківськими тарілками, или, ну, условно говоря, вышивкой славна наша Украина. Если вы собираетесь в дорогу и хотите удивить весь мир нашим аутентическим, настоящим искусством, обращайтесь к Сергею Воронову, город-герой Одесса. Фирма Алиска. Фирма Алиска. И на любую вашу поездку у вас, в вашем Ягдаше мысливському, будет сувенир, за который не придется краснеть. Потому что то, что я иногда вижу, вызывает уныние и отчаяние. Вот где надо черпать то, что мы называем презентацией Украины за рубежом. Поэтому благодарю за прекрасное интервью. Желаю новых творческих решений, новых творческих планов. И я уверен, это не точка в нашем разговоре. Мы ставим троеточие и понимаем, что за этими сюжетами будут новые, новые, новые. Надеюсь, следующий наш репортаж будет не в 80 лет, когда мне исполнится, а в самое ближайшее время. Есть что рассказать, есть что показать. И я показываю это все с гордостью, потому что все это наше, украинское, на нашем фарфоре, на наших глинах, нашими художниками. Даже кисточки у нас люди сами делают, умеют делать сами. Все это у нас, все у нас свое, все у нас родное. Чем мы гордимся и радуемся. Сережа, рада очень. Спасибо, кстати. Сергей приехал ко мне с подарком, я вам его не покажу, будете завидовать. Вот. А подарок есть, все есть, и, как сказать, спасибо. Спасибо. Все, смотрим программу «Мистецька хвиля плюс», радуемся тому, что у нас в Одессе есть великолепные мастера мини-скульптуры, и понимаем, что именно такими людьми, как Сергей Воронов, прирастает наше современное искусство. Честь и хвала. Спасибо, Одессе. Спасибо вам за уважение к нам, как к творческому коллективу. Всегда рады рассказать, показать и представить. Спасибо. Жму руку. Спасибо большое.